Здравствуйте, уважаемые телезрители. У нас новая передача «Встреча с интересными людьми». Мы у меня в гостях. Серьезно? Моя квартира. Стой, я знаю, кем я буду играть. Мы боремся за красоту, Саша. Ну, как это повелось? Как сказать, что должен прерывать ужин? Вот, вот... Нет, ну, ты сиди, ничего не делай, мы сами все сделаем. Есть же, можно. Стой, мы с тобой против. У нас есть такая прекрасная расчет. А, смотри. За Т и вперед. Что, скинхед, пацан? А, смотри, стой, смотри. Это вот так опасно. Вот, нажимай Т и вперед. Так. Это как у нас. Мы планируем сейчас выловить всех в шею. Нет, по встрече сделать из Саши настоящего панка. Ты а не заросшего. А так он сейчас заросший? Ты все будешь, все будут брить меня сейчас, все тут вот у меня все заросшее, я аж до самого этого колена. А я все думал, это дорого. Заходишь в гости к Шевченко, за красным вином хорошим. А если волосы попадут в твоего вина, а мы туда их не будем запускать? В аквариум. Надо вместе, аж нет. Да. Так, процесс движется хорошо. Ну, вот. Саша очень прекрасно все получается. Мягкие волосы. Значит, хорошее питание. С утра печенье, к вечеру два печенья. А зачем его стричь? Вы так и шли нормально. Вот что укрепляет. У него, видишь, здесь выбрито, а там панковская история. И мы ее подчеркиваем. Все истории надо подчеркивать. Пап, ну я тут не могу играть. А нам ничего не видно. Ух ты, щекотно даже. Тихо, вы что делаете? Тихо. Можете подвинуться, пожалуйста? Что, не видишь, у нас важный процесс по превращению. Тут камера пишет. Да. Да. Так, значит, я хочу сказать, что левая сторона у нас шикарно получилась. Она у меня просто поменьше, чем правая. У меня правая отекшая. По ней всегда били, битами, носками. Мне долго брить придется. Нам медленно на эту штуку. Так, значит, медленно. Только медленно. Вот не как Тима, а медленно. Смотри, вот, уважаемые телезрители, почувствуйте разницу. Между левой и левая сторона и правая сторона. Значит, второй этап красоты наступает сейчас. Да, встань, вот и жмай. Надо развернуться. Да нет, нормально стоит. Ничего не надо. У нас сервис, у нас сервис. Мягче. Нет, у него просто садишься. Или этой стороной сюда. Все нормально? Смотри, бреет прям, передвигаться не надо. Вот. Вот салон, так салон. Да я. Можно? Еще раз. А приятно? Нажми. Вообще. А давай попробуем. Это знаешь. Вообще эта штука очень приятна. Да. Это мама, даже приятнее, чем ты думаешь. Мы запустили. Так что готовься, Аня. Нажми. Красота Саши Петлюры – это российское достояние. Это гордость наша. И поэтому я забочусь о красоте нашей гордости. Понимаете, телезрители, что происходит? Да. Почему? Да я сделаю. Какая экономика денег? Дай последний раз. Ой. Дело в том, что это почему? Художественный проект. Да. Подчеркивание красоты. У нас же без бокса не получится. У нас ви. Вот помню, в каком-то дворе мне так подчеркнули. Ой, три пацана. О, до сих пор забыть не могу. Движение на уровне плечи и ножницы. Пожалуйста, локоть. Да, да, да. Руку, пожалуйста. Все за руку. Ты видишь, у нас процесс подчеркивания красоты. На этом, уважаемые телезрители, все. Наша интересная передача «Встреча с интересными людьми» подошла к концу. Какой же Саша красивый, не правда ли? Я такой. До свидания. До свидания. Подождите, можно фон мне еще? Чего?